Доброе утро, друзья. 8 утра. Попробуем погонять. Давай. Давай. Пошли. Погода классная вообще. Обалденная. Где же вы там? Вон вы. Где? Холодно. Не знаю, ноль или минус. О, как они быстро идут. Ладно. Да, уже много тут ворон шугают и вороны шугают. Ой, холодно. Ноль или минус один. Или умные. Конечно, время после отравления не показывают сильное. Летят, стали подниматься, но очень быстро летят, боятся. Это же высота, друзья. Погода супер. Сейчас кое-что покажу. Вот, я вот по столбу вычисляю по дыму. Вот котельная, где Сапсан сидит. Вот. Вроде дым вверх идет. Ну, чуть-чуть наискосок. Значит, а голуби, ух ты, уперли куда. Вот, друзья, ну не слишком высоко, но высоко. Конечно, я тоже сказал, не слишком высоко, но высоко. Ну, высоковато, друзья. Вот высота. Ну вот сколько времени прошло, друзья. Погода вообще класс. Такой легкий морозец. Высоковато. Ну и вот я по этой трубе вычисляю по дыму. Как так? Пойдут голуби или нет? Бывает прям ровно дым поднимается. А бывает прям боком. Я поставлю на паузу пока. Руки замерзли. Ну, друзья, минут 15-20 прошло, наверное. Сейчас приближу. Вот они. Ну, высоко. В покрытие не идут. Высоко. Уже и не фокусирует нормально. Ну, пропали. Вот они. Плохо фокусирует, друзья, высоко. Еще и звуку солнца светит. Ну, поверьте, очень высоко. Но не точки. Ладно, приспустится. Или, не знаю, подымутся еще. Тут
Тут его около нет. Конечно, это такое существо, оно в любую секунду может появиться. Вот, друзья, вот они, вот. Ну, поставлю на паузу. Не фокусирует нормально. Друзья ушли еще выше. Но они, по-моему, дикарят там или что? Не могу понять. Или нет? Ну, очень высоко. Вот сейчас уже в точке они, друзья. В точке они. Это я приблизил на все. Я уже вижу, как точки. Но не фокусирует нормально. Ух, уперли. Еще выше пошли. Вот они, вот. Ничего себе, ушли вверх. Оклемались. Друзья, так вот снимать их, конечно, но очень высоко, друзья. Очень. Нет, не дикарили. Это отсюда кажется. Уперли. Друзья, вот это кайф. Не зря корм свой кушают. Вот уже. Уже если голову уберу, потеряю. Вот. Отдаляю. Друзья, поставлю на паузу. Это долгое видео получится. Друзья, потерял я их. Потерял. Все, покрылись, что ли? Да, покрылись. Не вижу. И вот в этом кайф какой. Так. То есть, с одной стороны класс, с другой стороны не вижу. Не вижу, друзья. Ладно, на паузу поставлю. Вот, нашел их, друзья. Если возьму. Вот, сейчас, ну. Вот они, вот, нашел их. Но да не фокусирует нормально еще. Вот они, вот. Вот приспустились. Да, дикарят, друзья, дикарят. Они там что-то. Да, сокол пришел, сокол. Сокол пришел. Не вижу. Что там случилось? Друзья, сокол пришел. Четверых вижу, одного нет. Друзья, вообще не... Да, сокол там. Но я не вижу его. Вижу троих. Вот, блин, летали же. Вот, один скинул, вот он. Ничего, с такой высоты скинул. Вот он, один скинул. С такой высоты, как он так быстро? Вон они, друзья. Вот это. Если видно. Да, четверо там. Вот это. Скидывает. Четверо там голубей. Пришел сокол. Вот она как. Скидывает. Блин, потерял тех. Вот она. Вот она скинула. Прям туда, в голубятню. Голубятни. А я этих потерял. Четверо были там.
А вон он, сокол, вон. Вот он, точка. Вот он, если видно, друзья. Ну, высоко очень. Очень высоко. Молодец, вот эта самка всегда быстро скидывает себе. Очень высоко, если видно. Наверное, не видно. Вон он. Вот он, вот сокол. Ну, конечно, камеру получше. Вот он, вот он, сокол. Вот он. Вот он, на голове не вижу четверых. Вот он рядом с голубями. Рядом с голубями. Четверо там, а он там рядом крутится. Ушел в сторону. Блин, как трудно следить за ним, очень высоко. Вот там он в своей стихии сейчас. Вот он. Друзья, извините, если не видно. Вот он, вот. Ну, пока там скорость ничего не набирает. Я не знаю, атаковал он их или нет, но это скинуло. Голубей не вижу, слежу за ним. Еще потерял его. Я потерял и не голубей, и его не вижу. Поставлю на паузу пока. Вот она, эта голубка. С такой высоты, как она себя быстро скинула. Молодец. Вот так голуби должны вести себя. И вот я за ней заметил, это так, сколько раз так она делала. С такой высоты скинула себя. Друзья, тех я не вижу. И сокола потерял. Поставлю, ладно, на паузу. Вон, друзья, прошло минут 30, стою во дворе. Не вижу никого. Ни голубей, ни сокола. Не вижу. Вот так вот. Ладно, друзья. Как-то так. Вижу, вот он. Вон он, сокол. Вижу, вот пониже они. Один голубь и сокол, вот он. Друзья, на стороне он там. Вон, если видно. Вот он, вокруг голубя. Пытается там что-то. Ну вот, по уровню с проводом. Вот он. Вот это сокол. Он там что-то крутит, вертит. Пониже спустился один голубь. И вот сокол там. Атакует, по-моему. А, там еще голубятник какой-то. Нет, друзья, это не мои. Там голубятник живет, голубей гоняет. Показалось, я думал, это сокол и белый был голубь. Нет, это друзья, это голубятник там живет. Нет, моих нет. Там он майкопских держит. Вон они, если видите, стая летает. Вот стая голубей.
А я-то думаю, что там? Не, моих нет, друзья. Ну ладно. Как-то так, друзья. Будем ждать, посмотрим. Удачи.